Всем доброе утро. Сегодня снова наткнулась на информацию про мысли. Как со стороны воздействуют другие на людей через их мысли и заставляют их думать то, что надо другим. И делать действия, те, которые надо, вплоть до самых тяжелых последствий. И это официально уже зарегистрировано. Кроме этого, это давно используется во многих книгах. Если вы зададитесь целью, вы увидите информацию про это. А меня интересует один вопрос. Как собираются нести ответственность те, кто это делает? То есть, а кто думает, что они не несут ответственность? Так, и еще информацию такую, что есть люди, на которых невозможно влиять таким методом. Это люди, которые занимаются практикой отслеживания своих мыслей и сортируют и понимают, когда у них появляются посторонние мысли, направленные от внешнего источника. Ответом можно бомбить и так далее. Поэтому, ну что я вам сегодня пожелаю? Следите за своими мыслями. Всем хорошего сегодня!